Обработки бронзами какая? Так что-то. Витя, ты не видишь. Это вообще. Ир, я рассмотрю обязательно, тщательным образом. Но я не могу в момент ажиотажа. Слушай, как будто мне нравится очень. Смотри. Это красивое движение. Когда метаешь этот самый, угу. Как называется? Мяч, не мяч, мячик или валан. Ну, не мяч, нет, шар. Ну, диск. Этот, не диск. Нет. Не диск. Именно шар. Ядра. Шар, ядро. 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 Угу. Ядро. И тут слилось воедино голова и ядро. Вот это вот. Вот полное ощущение, действительно, когда ты только прицеливаешься. Классно, надо так вот поймать вот суть, что тебе делать. А это? Стрельба из лука. А это, а вот это как раз, а вот это как раз диск. Потому что это момент начала, а потом идет разгон, раскручивание. Вот я же это делала когда-то. Я чувствую это движение в этой форме. Прям вот хочется сейчас позу эту принять. Девочка, на шаре какая прелесть. Угу. Какая чудо. Решетка. Обегание. Конькобежцы. Как, вообще, какое чувство? Просто формы. И движение. А, да, вот этот вот момент. 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 Потери статики. Да. Сам вот просто действительно. Ведь эти такие движения, которые они настолько проходит быстро, и поймать каждую из позиций, каждый из в каждый момент этого происходящего действия, это вот надо каким вниманием обладать, как видеть это, чувствовать это движение пластиков. Я представляю. Ух ты, плетение рук, плетение ног. Судьбы сплетения. Это здорово. Общение. Угу. Ух ты. Бронзы. Нигерийки. Какие нигерийки. Какие нигерийки. Это вот замотано в ткань. Такая идет вся такая вытянутая. Это еще шляпки. Какое изящество какое вообще потрясающее. Я не представляю, как там вот так чувствуется. А вот и дерево. Вереница. 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 Здесь только человеческие фигуры в этой веренице спрятаны. Тянущиеся, друг за друг, цепляющиеся, ползущие вверх. А этот весь на себе все это держит. И такая вот устойчивая такая позиция. Нога здесь, колено здесь. И всю вот эту вереницу на себе. Вот она. Ух ты. Тебе ничего не напоминает, Володь? Угу. А? Ты где? Да? Угу. Напоминает? Вот ту маленькую нашу деревянную скульптуру. Святой Нил. Все правильно. Ну смотри, почти точно изображение. Нил Столобенский. Вон да. Он, вон он, святой Нил у нас стоит. Смотри. Он же. Святой Нил. Я все думала, кто у нас это есть-то? А это святой Нил. Открытие. Просто открытие. Не знаю, как звали того парня, который делал эти работы. Вот тебе подарил мне Васю ту скульптуру. Может, он и был не. Но он еще был и двухнемой. Нигерийский сюжет.
Это его график уже. Слушай, этой книги нет цены. Нигерийский танец. И даже пластика. Даже пластика. Дерево и гипс. Пластик. Вот она, это. Нигерийка туда нарисована. Оно. Толченая смальта. Ничего себе. А там бронза. Похоже на стекло цветное. Семья. Семья. Хорошо. Такой колпак. Кривоногий немножко. Одна такая в здании. Ой. Опиева дорога. Это эскизы. Уши. Вот это уши. Слышь, Виталий, ты жену-то не видишь. Полные дома. Вот это полные, действительно полные дома. Но очень полные дома. Как будто стоящие из отдельных срезов яблока. Тоже полные дома. Шамотсик у нас лучше. Это эскиз, а это уже шамотсик глазурь. Вот. Вот вам полные дома. Эскиз для плафона и витража. Маку забрать. Спасибо, Володечка.